По Приморскому краю продолжается ликвидация последствий снегопада. Как сообщил губернатор Олег Жмяка, поступают обращения граждан по поводу уборки снега на внутриквартальных проездах во Владивостоке. Глава города Константин Шестаков сообщил, что сейчас вся техника направлена на расчистку и вывоз снега из дворов. Основные дороги почищены, работы ведутся ночью. Днем идет очистка тротуаров. Работая с внутриквартальными дорогами, все силы, которые у нас были задействованы под работу по расчистке подъездов площадкам для складирования твердых бытовых отходов, мы сейчас перекинули на вывоз снега с внутриквартальных дорог. Это единственная возможность расширять. Мы заключили дополнительные контракты под режим повышенной готовности, под дополнительные грузовики. Поставили вместе с техникой, вместе с погрузчиками на внутриквартальку. Сейчас основной акцент у нас сделан на сегодняшний день, на сегодняшнюю ночь, на снеговую падь. Там вопросов много, русского мы пробили. На ближайшую неделю у нас все расписано. Мы будем работать исключительно ночью. Днем мы будем работать на тротуарах. Вот, например, сегодня мы работаем комплексную уборку. У нас набережная, Лозо-Суханова, Аллилуево, Ульяновская, проспект Столетия, Маковского, Вилково, Черемухово, Фастовская, гостевой маршрут.